цены снизили, все цены в магазине, вообще все, на 20%. Вот представьте, вы пришли в магазин и решили, сегодня я потрачу 1000 рублей. Замечательно. И вдруг видите объявление в честь, не знаю, там, чего-нибудь, да, там, столетия Винни-Пуха или там еще чего-нибудь, бывают разные праздники, у нас сегодня все цены снизили на 20%. Ура! Вопрос, насколько больше товара вы унесете из этого магазина? Да. На 20%. На 20%. Ответ не верит. Скажите, пожалуйста, да. А мы покупаем песок? Мы покупаем хорошее. Не, ну в смысле... На сколько процентов больше товара удастся купить, если магазин такой добрый, что снизил цены на 20%? Честно. Честно снизил. И на кассе нас не обманывают. Столетие Винни-Пуха. Советский великий Союз праздник. Был, бог знает когда. Вы родились намного позже, чем Советский Союз. А вот эта мысль, что вот все вокруг нас обманывают, она непонятно откуда, там, от бабушек, от прабабушек, от родителей. Я не знаю откуда. Пришли в магазин покупать много всего разного. И хотели потратить 1000 рублей. Замечательно. Но вдруг выяснилось, что в магазине замечательное произошло событие. Все цены понизили на 20%. Неважно из-за чего. Вот так получилось. Понизили на 20%. Спасибо им за это. Вопрос, насколько больше товаров сможете...